Итак, давайте, друзья, рассмотрим вот иннервацию седалищного нерва. Да? Докуда она, во-первых, доходит? Как понять, что виновата? Мышца, да? Грыжа, импетисодин или защемление какое-то? Да? Да. Вот можешь показать? Расскажу. Иван нам сейчас все продемонстрирует. Да. Так, ну, проверяется так. Сначала берется подвздошная кость, большим пальцем давится на середину. Если боль отражается, значит, это, в принципе, остеохондроз. Вот. Второй момент – это брушевидная мышца. То есть, ягодицу тоже немножко наружу, посередине. Да. Если у человека острая боль, пока не давим на ягодицу, ничего не случается. Если острая боль, то это может быть грыжа, может быть остеохондроз. Все что угодно может быть. Но мы проверяем дальше, потому что неизвестно, что следующая точка проверяется. Это уже отдельно седалищный нерв. И чем дальше по ноге будет болевой синдром при надавливании, тем хуже остеохондроз. При грыже идут только прострелы. А при остеохондрозе такое медленное сдавление. И вот мы его проверяем. Если боли нету, мы дальше идем. Середина бедра. Мы проверяем заодно и середину боковой поверхности. И следующая точка. Это середина икроножной мышцы. Мышцы. И тоже середина боковой поверхности. Если есть остеохондроз, и он запущенный, то боль отдает и сюда. При грыже боль отдает сама по себе. Она может сюда отдавать, сюда, 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 в пятку. Может вообще здесь не отдавать, пятка болеть. Все что угодно. Вот примерно так. Понятно. А при остеохондрозе боль такая, как бы, неяркая. Неяркая, да. Более поэтому тупая. Мы ее отделяем одно от другого. Да. Ну, еще может быть воспален сам нерв. Вот тут еще просто дополнительные точки скажу. От центра точка есть вот тут по центру. На внутренней стороне проверяем. Здесь вот примерно где-то сантиметров 10, так вот тут вот точку проверяем. Здесь еще нерв раздваивается, да? Это примерно от сгиба где-то вот со спичный коробок, ну, три пальца, допустим, так? И три пальца в бок. Вот тут точка проверяем. Потом пошел малоберцовый нерв, да? У него, соответственно, точка вот здесь. По центру, вот здесь, также можно проверить. Ну и она стреляет иногда вот сюда. Вот, ну, видимо, вот видишь, у человека все нормально, значит, сюда иннервации никакой нету. Ну вот, а сейчас мы это все отработаем на практике, понажимаем точечки.